Данный пакет, к сожалению, наверное, самый слабый из всех предыдущих семи, который был. Те санкции, которые будут действовать к дополнительному там, количеству граждан Российской Федерации, ну, ничего такого особого как бы нам не дает. И я думаю, тем лицам тем более, потому что они так не выездные, дальше параши и свои они не выезжают и просто могут улыбаться от того, что сегодняшние, к сожалению, восьмые санкции для них абсолютно никакой роли не играют. Единственное, что может нас немножко так тешить и радовать, что где-то к декабрю месяцу принято решение, будет определена та максимально высокая цена, по которой, возможно, будет покупка российской нефти. И она должна быть значительно ниже той рыночной, которая сегодня существует. Вот, но есть предположение, что опять же в декабре будет принято решение по запрету страхования тех морских суден, которые будут перевозить именно российское топливо. И учитывая то, что страховки находятся в руках Великобритании, продажа нефти находится в руках Швейцарии основные, где принимаются решения, что, может быть, это как-то подействует. А Греция у нас занимается как бы главный морской перевозчик российской нефти. Но тоже очень много противников. Я думаю, что главная проблема, наверное, всех этих санкций в том, что их объявляют достаточно, скажем так, законопослушные организации и страны, которые стараются делать все в полном согласии, в соответствии с международным правом. Эти санкции объявляются заранее, и, к сожалению, рашисты успеваются к ним подготовиться, постелить подушки, солому в жестких местах и найти варианты, как все это обойти.